Ух ты, и снова я. Александр Кривулат, печенеги. Ребята, я снимаю видео своим смартфоном Prestige 4055. Потому как мой фотоаппаратик Nikon скоро перестанет работать, я решил снять видео своим смартфоном. А смартфон что получится, какое получится видео заснято моим смартфоном, мы сегодня и увидим. Это наш герб — печенеги. Наша печенеги. Наш поселок печенеги. И поехали дальше. С левой стороны будет заправка. Витаю, вас витаю, печенеги. На заправке написано. А я двигаюсь на велосипеде. Самый лучший транспорт — это велосипед. За заправкой будет у нас завод Финпрофиль. Создатель завода — Меншиков Олег Владимирович. Он сделал Финпрофиль. Березки возле Финпрофиля были посажены мной в 2000 году. Стояночка возле Финпрофиля. Машины стоят. За Финпрофилем был автобусный парк. Но парк ушел в небытие. У нас автобусного парка, можно сказать, нет. Поселок арендует какие-то автобусы. Съед автотранс. Но автобусы ходят не очень регулярно. Плохо, можно сказать. В автобусы набиваются людей, как селедка. Это автостанция на краю печенег. Может, кто знает. И поехали по улице Ленина. Улица Ленина или улица Независимости, как ее переименовали. При этой власти. И поехали. Так. Улица Независимости. Здесь домики. Все-таки красиво летом в поселочке. Красиво. Очень красиво в поселке. Везде зелено. Очень-очень красота. Красиво. Что получится, посмотрим с нашего видео. А может, ничего не получится. А может, что-то получится. Я снимаю этот ролик для тех, кто давно уехал с поселка и давно сюда не приезжал. Давно. Thank you.
пожарка с левой стороны. С правой стороны стадион. На стадионе были много деревьев, мы их посрезали. Ух ты! А? Та-то кулёк, гадзны! С левой стороны больница или поликлиника, как ее правильно. С левой стороны магазины 37 плюс и прочее, прочее. Оперативный дом Печенегах. Оперативный дом находится напротив ДК Печенеги. Как это называется? ДК, естественно. Я. Площадь. Бывший поселковый совет. Приезжаем на улицу 1 мая. Здесь по обе стороны улицы 1 мая посажены липы. Проезжаем к центру. Прямо церковь наша печенежская.